Съемка у нас пошла. Откроем это. Чемпионский раунд. Становимся сюда. Добрый день, дорогие друзья. Вот сюда вот. По приглашению Геннадия Петровича сейчас будем мерить что? Силу. Богатырскую? Нет, силу богатырскую, конечно, тут можно мерить. Мы сделаем первое занятие с Тиграном гравитационной гимнастикой. Да. Он на себе опробует, как и что. Всегда было интересно, все-таки ощущение, первое ощущение, скажем так. Угу. Геннадий Петрович, рассказано очень много про эту гимнастику. Да. А что это такое в реальности? Все мы поднимали, конечно, и гирьки поднимали, все мы поднимали всякие тяжести. Животважный капитан, он объездил много стран. Да, я вам скажу, вот это да. А на картинке кажется, что нефиг делать. А тут такие железяки, друзья, я вам скажу. Так вот эти железяки. Нифига себе железяки. За счет. Держите, я не знаю, куда их. За счет того, что рычаг-то, видишь, какой, о, куда идет. Они сразу 10 килограмм превращаются в 40 килограмм. Ну вот, в реальности происходящей. Вот это железяка. Вот это железяки. Вот вам и старичок, да, в валенках. Да-да. Да. Интересно. Хороший зал. Ну, я как раз для себя это делал. Теннис, я тоже теннис хорошо играю. Итак, что вы предлагаете, допустим, что предлагаю юному богатырю попробовать? Мы начинаем буквально таки. Просто чтобы. Сначала вы покажите. Некоторым было ясно. Вот что происходит. Видите, рычаг какой. Да. За счет этого рычага, вот здесь уже 100 килограмм. Вот здесь 100 килограмм. Да, вес увеличивается сразу 10 килограмм, 40 килограмм. Итак, сначала мы должны... Тиран становится, смотри, что надо давайте сделать. Давайте покажите сначала. Что надо сделать? Надо вообще будешь... Я тебе буду помогать. Да. Если, во-первых, пора... Смотри, вот так, оп! Становимся, и наша задача за счет разгибания ног, значит, мы упираемся, опа, приподняли, вот просто, оп, как бы здесь раскрывается все, вот, ножками так, раз, опа, хорошо. А то, что вы высокий, я поменьше, я достаточно, то есть меня... А сейчас, мы как раз начнем для себя мерить. Для тебя начнем мерить, поэтому мы сделаем сначала вот так вот. Вот так вот. И твоя задача встать. Так, ну что, пожелайте удачи. Да. Так. Чемпиону. Так. Ты видел, как я встал? Нет. Еще раз. Отходи. Ну, сейчас ты просто это сам. Да, я немножко под этим. Наша задача. Даже тут это нам не понравится. Наша задача, вот, встал, видишь, и спинку прогнул. Видишь? Ну, в принципе, слышь, так я и сделал. А я не оперся. Да, не оперся, вот. И вот это вот ты будешь делать. Вот, встал. А я уже на тебя накиду это и вымеряю. Так, ладно, сейчас. Чуточку подсел. Найти точку. Ага. Ну, значит, вроде смотри. Вроде бы сейчас мы делаем. Вот так. Ну-ка. Чуточку подсел. Нормально? Давай. Натянул. Ножки распрямил. Еще, наверное, да? Да, ниже. Да, это... Ниже. Так. Сейчас. Ниже. Вот было ниже. Ага. Так. Сейчас. А ну-ка, отойди. А тут с тобой не получается. Да. Раз. Вот здесь записывают чемпионы.
Давай, ну-ка еще. Подсел, натянул, натянул. Или нормально натянул? Или слишком как-то высоко? Да высоко, я уже встал. Уже встал. Нужно ее, как понимаю, поднять. Сейчас это. А ну-ка, опять отошел. Ну, конечно, у нас рост какой. Абсолютно разный. Ну-ка, давай. Так, смысл понятен вообще. Давай, натянул. Натянул. Вот, это усилие. Здесь немножко прогнулся. Ну-ка, подожди. Не спеши. Теперь твоя задача. Не спеши. Это самое. Ножки сдвинь. Во, сдвинь. Спинку чуточку прогнул. Головку вот так. О, о. Чувствуешь вот здесь вот? Да. И ножками, ножками не спеша. Да? Упирайся, да, 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 да. Раз, отлично. Потихонечку. Не, не спеши, не спеши, не спеши. Значит, смотри вот туда. Я в эйфории, друзья. Смотри вот туда, чтобы у тебя было. Понятно. Так. Спинку прогнул. Да давайте вес, это легко я поднимаю. Вот. Это сколько я поднял? 100? Это 100. Нет, еще разок прочувствуй. Чувствуешь вот здесь? Да. Хорошо. Да. Смотрите, мы прибавляем только раз 140 килограммчиков. Поехали. Смотришь. А что, для этого не надо сторону? Не имеет значения. Уже 140 килограмм. Давай-ка. Давай-ка, смотришь, ножками разгибаешь, не сейчас спеша, давай. Не спеша, та-та-та. Отлично. Вот так, прямо удобнее, да? Сейчас мы приспособимся. Давай, ножками, о, чувствуешь. Дальше. Чувствуешь, да? Чувствуешь, дело пошло, дело пошло. Железяшки, я вам скажу, тут не детские. На видео смотрится вообще как будто все игрушечное. А тут железяки. 180. Ну-ка. Постарайся, знаешь, так, будто ты таз раскрываешь. Знаешь, вот так как это. Она с таза так раз идет. Ну, знаете, пока очень легко, даже ничего делать не надо. Даже ну-ка давай, давай еще разок, еще разок. Ну и еще одну набросим. Не спеши, не спеши, не спеши. Смотри туда. Ножками, ножками, ножками. Давай, 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 давай. О! Ну еще разочек. Еще разочек. Ножками. Упирайся, упирайся, упирайся. О! Хватит. Все. На сегодня занятие закончено. Все, бросай, отходи. Ну, запомните меня, чемпиона. Не почувствовал, да? Вы знаете, можно это самое мнение человека, который впервые в жизни вообще это увидел. Говори, говори. Мое мнение, вот даже вот двух-трех толчков, по мне разлилась такая прямо тепло и энергия, вроде бы я ничего не делал. Вы понимаете, я вот сегодня дома брал гирьки, у меня есть, и так, так, ну вот я вам покажу, так, допустим, вот такие. Различными гирьками занимался, приседал, ну это совершенно другое. Вот когда он говорил, я думал, да ладно, не может быть все-таки. Да, это совершенно иная работа. Совершенно другое отсутствие. И прям хочется, еще хочется, а? Да? Сколько ты энергии отдал, да, ты получил гораздо больше, чем ты отдал. На следующее занятие, допустим, как там, дня через два. Вот. Я думаю, ты регулярно будешь. Ощущение таза. И вот теперь ему можно и поверить, Геннадию Петровичу. Что могут вполне пройти болевые синдромы, если, так, конечно, раз, два. Дело в мышечных тканях. Раз, два. Отличное ощущение, Геннадий Петрович. Раз, два. Так, запоминаем. Значит, раз, два, три. И тут снизу. Раз, два, раз, два, три, четыре. Это моя четвертая. Вот, ну, сейчас я позанимаюсь, да? Давайте, конечно, разницу. Можешь вот там сесть, вот на эту скамеечку. Угу.
на скамеечку сесть. Я тоже делаю одно упражнение. Садиться-то зачем нам садиться? У нас гирьки есть, мы позанимаемся. Ну, ты особо не старайся, знаешь. Почему я для себя стараюсь? Особо не старайся. Дело в том, что, как говорится, переваривай нагрузку, ту, которую... Да, которую съел, да? Так, а сколько там было? Ты сделал, по-моему, 180. Ты сделал 220 килограмм. 220. Легко. Вот. Спешить не надо. Не надо, конечно, о чем говорить. Спешить не надо. Вот я начинаю с 620 кг. Ой-ой-ой. 620 кг. Ой-ой-ой. Кажется, что это вес большой. Я настраиваюсь. Лучше сядь, чтобы вот так вот не смотреть. А ты могу. Вот, я мысленно настраиваюсь. Хорошо. И я тоже сделал подходик. Вот у меня тут технология отработана. Ну да. И как бы раскрываясь, я вот, знаешь, чувствую вот она с ног, я, как бы сказать, с ног тяну энергию и поднимаю так с ног, пошло. Раз. И чувствуешь, где вот усилие. Да-да. Знаете, после первого поднятия хочется еще. Это что такое? Это спортивное желание или желание организма, все-таки застоявшегося? Желание организма, чтобы вот тут все у тебя распрямилось, чтобы вот действительно энергия пошла и так далее. Вешаем 720 килограмм. То есть я, шаг у меня 100 килограмм идет. Кружочек сделаем, отдышимся. Неинтересная вещь, однозначно. Это только одно упражнение, а там же пойдет еще 4 упражнения. Вот я касаюсь и посмотрю, если через день, через два, все-таки с непривычки было поднятие. Как будет отвлекаться организм на... тазобедренные сети, дела. Будет отлично откликаться. Вот все тут, как бы сказать, оно выходит так как надо. Вот тут 720 килограмм. Уже лучше ясность мысли от усилия. Да. Идет и делаем. Оп. Приложили. Почувствовать тут, где как раз усилие будет. И пошел. Позвонки так немножечко хрусь, то есть на место становится. Это упражнение, вы знаете, у меня сразу пришла подсказка. Мне кажется, это упражнение на мочеполовую систему и мужские дела будет отражаться самым благоприятным образом. На потенцию влияет хорошо. Вот я ее и имел в виду. Так, смотри. Еще добавляем. Мы добавляем. Было 700. И мы с тобой добавили 800. 800 кг. И вот эту маленькую. 810 кг. Я так, чтобы не спешить, пошел. Ну, да. Третий подход. И на этом закончим. Когда вы занимались последний раз? На этой неделе? Позавчера. Я сейчас занимаюсь не все 5 упражнений. А я занимаюсь так, либо делаю вот одно вот это упражнение. Вот я об этом, кстати, думал. Вот.
И либо же, когда подходит, я делаю 3 упражнения, потом, ну, через какое-то время 3. А то есть, чтоб... Вот вы делали те упражнения, уставали, а потом хотели тонну тут сделать, а уже организм все равно уже исчерпывает, скажем так. Ну, будем говорить, что-то такое есть, потому что это такая, да, есть интересная такое. Вещь. Значит, здесь 810 килограмм. Дальше я не пойду. Вот я постараюсь сделать 2-4 раза. Если уж слишком я почувствую себя, ну, 5 раз. И сразу тонус такой. Да, согласен. То есть здесь очень важно, чтобы нервная система, как бы сказать, была свежая и могла выполнить все команды, которые ты говоришь. Вот так вот, да. Встал и пошел. Я, как бы сказать, показал пространству, что я хочу развиваться, и я выкладываюсь для этого, чтобы оно мне дало еще больше. Ну, вот примерно так. Да. Хорошо. Отлично. И хватит. Отлично. Да. Друзья мои, железяки тут, конечно, серьезные. Когда с той стороны экрана смотришь, мне почему-то всегда я думал, а что они такие маленькие, то тут пластины такие огромные, слушайте. Все-таки... Это пластина 36 килограмм весит. Да, не это самое, не всегда отражает экран с той стороны реальность происходящего. Реальность происходящая намного серьезнее, железяки мощнейшие. До потолка достаете запросто? А, дедушка Валенька. Так потом, вот, распрямляется. Нифига себе, дедушка Валенька. Спасибо вам.